Всем привет! С вами Джаз Гейм, и сегодня я хочу заснять видео, как я разбился на сервере Пейнгриф за 3 дня. Так что сейчас я покажу, чего я достиг, какой брони и так далее. Во-первых, я достиг со своим кланом такой очень большой дом. Челика забанили, он находил себе очень большой дом, и в принципе больше ничего. Предыстория этого дома: его одного этого забанили, одного человека, у него ник Джеффрикс, вроде бы Джаффикс. Никто не мог выговорить его ни и это и его и он начал сильно там обзываться, говорить про мать, пиздеть про мать, и больше ничего. Его забанили, и мы забрали с моим кланом этот дом. Сейчас я хочу показать, что у нас находится в сундуках. Во-первых, здесь шокера, броня, мусор, короче. Здесь очень много пороха, очень много досок. Здесь по мелочам тоже по мелочам. Здесь в основном блоки, эндо. Дальше здесь тоже мусор. Здесь материалы с фермы. Дальше, камень и земля у нас. Здесь такое, драгоценности. В принципе, вот такие у нас сундуки. Так что продолжим дальше. Дальше у нас вот таких размеров ферма тростника. Конечно, не автоматическая, но такая тоже сойдет. Очень много приносит тростника. Дальше у нас здесь фармилка скелетов. Я здесь нафармил кости, стрелы тоже, в принципе. И здесь, такие не очень резы, конечно. В принципе, тоже нормально. Вообще, для 3 моих дней это очень даже и хорошо. Дальше я хочу показать свою броню. Она полностью Z4, без никаких лишних зачаров. Дальше идет у нас меч. Меч на остроту 5, сила 5, прочность 3, отдача 2, заговор огня 2, добыча 3. Дальше эффективность 4, прочность 3, удача 3. Это кирка. Еще одна кирка — это шелковое касание, лук, стейки. И по мелочам. В принципе, вот столько я развился за эти 3 дня. Так что всем удачи. С вами был Just Game. Всем пока.